Оливия Бэклэнд показывает свою невероятно упругую фигуру в нижнем белье и стрингах после потери 6 фунтов. Недавно она показала, что потеряла 6 фунтов в карантине из-за нового режима здорового питания. А Оливия Бэклэнд продемонстрировала свою стройную фигуру во вторник в Инстаграм. Звезда Love Island, 26 лет, выглядела невероятно, когда она демонстрировала свою тугую середину, персиковую заднюю часть и множество татуировок в сланцево-сером топе в сочетании с скудным нижним бельем. Сверкающая середина вершины показала намек на ее расщепление, а также привлекла внимание к ее заточенным рукам. Ее платиновый боб был украшен растрепанными волнами, а ее красивые черты лица были дополнены сияющей палитрой макияжа. Оливия показала результаты своих тренировок на прошлой неделе, когда она рассказала, что потеряла 6 фунтов от здорового питания. На прошлой неделе звезда реалити-шоу пришла в Инстаграм, чтобы поделиться видео с ее подтянутой фигурой, когда она рассказала, что уже 3 недели использует новое фитнес-приложение Shreddy. Оливия настаивала на том, что она до сих пор наслаждается шоколадом и вином вместе со своей здоровой диетой, добавив, что намеренно не пытается похудеть. Делая видео о том, как она позирует, малышка Острова Любви выглядела невероятно, демонстрируя свою персиковую заднюю часть в мятно-зеленых леггинсах для гимнастики. Оливия дразнила свой тонированный торс с соответствующим цветным топом с глубоким вырезом на молнии. Она написала вместе с видео: «Я работала над приложением, вероятно, около 3 недель, но перезапустила эту неделю для испытания. Я потерял 6 фунтов, питаясь здоровой пищей, я все еще ем шоколад каждый день, и пью вино. Чувствую себя так хорошо и не намеренно пытаюсь похудеть. Просто будь крепче». Оливия подписала свое сообщение, сообщив, что у нее будет выходной для занятий спортом и здорового питания. Звезда реалити-шоу тоже поделилась, позируя в спортивной одежде перед зеркалом, она написала: «Время для брики. Я ел 2 яйца на коричневых тостах буквально каждый день в ИЗО, сопровождаемый плачущим смайликом. Это происходит после того, как Оливия была вынуждена ударить фаната, который обвинил ее в нарушении правил социального дистанцирования во время пандемии коронавируса». После публикации видео ранее в этом месяце, в котором ее видели, как она пила пиво и танцевала в своем саду, в то время как ее муж Алекс Боуэн играл на его диджейских колладах, многие из ее поклонников и последователей спросили, кто снимал видео. В разгар нынешнего правительственного руководства, касающегося социального дистанцирования и карантина, Оливию обвинили в нарушении этих правил, однако она быстро выяснила, что у нее и Алекса есть друг, живущий в их доме.